Добрый день, самодельщики. Хочу представить свой трактор. В интернете он есть, но ни разу не делал обзор. Трактор сделан из УАЗа. Рама укорочена, мосты не резаны. Вначале был двигатель китаец, 15 лошадей. Сейчас стоит двигатель Аковский. Радиатор стоит жигулевский с классики. Выхлопная самодельная. Первая коробка Аковская, вторая коробка УАЗовская с раздаткой. Выбор скоростей большой, двухместный. Это управление. Панель Аковская. Колеса УАЗовские. Передние колеса нарезал самодельным грувером в виде елочки. А ребёнок, конечно, получше. Спереди оставил рессоры. Сзади рессор никаких нет. И гидравлика спереди, сзади. Это на него прицеп. Привез сегодня кирпич делать дорогу. Тележка самодельная, кузов, телега сама советской армии, колеса усматик, резина бескамерная, называется грузи сколько хочешь. Бак жигулевский, сзади вы видите сажалка. Культиватор и прицеп на него. Этим трактором я пашу, сею, убираю и вожу. На нем свет, повороты. Так он все выглядит. Генератор. Телега поднимается гидравликой, но ход цилиндра коротковат, вертикально не поднимает. Пока цилиндр ищу. Вот такой мой трактор.